меня будет очень краткая презентация по искусству поддержки здоровья женщины, по применению продуктов компании Polar в моей практике. Видите, какие красивые у нас женщины, от девочки, девушки, женщины и бабушки. Значит, актуальная задача жизни, в жизни женщины – это здоровье женщины и ее близких, отношения в семье с близкими, реализация себя, профессиональная эффективность и, естественно, доходы, позволяющие обеспечить себе качественную жизнь. Здоровье – это единственный ключ счастливой, полноценной жизни. Это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Здоровье женщины – это тонкий инструмент, от которого напрямую зависит благополучие всей семьи, и я думаю, что все со мной согласятся. И вот те условия современной жизни, в которой находится наша женщина. Женщина в современном мире. И вы, наверное, все согласитесь, что женщина находится в постоянном хроническом стрессе. Потому что на нее возложена не только организация жизни в семье, но и в окружающем мире. Поэтому использование трансферфакторов – научно доказанное средство биологического восстановления и омоложения всех клеток. И уникальность продуктов – это высококачественный эффект после прохождения курса. И как заметили все выступающие коллеги передо мной, курс должен быть 3-месячным. Улучшается более 100 биохимических показателей. За 3-6 месяцев приема программы клеточный биологический возраст, я уже повторяюсь, уменьшается на 3-5 лет. Применение продукции компании Fulife и результаты применения следующие. Значит, у новорожденных и у девочек. Это базовые препараты. У новорожденных это трансферфактор классический и крем Энни. И у девочек, которым более 3 лет, это уже из собственного опыта своего внука Данила, уже с 3 лет можно подключать трансферфактор. Дальше в подростковом периоде мы используем следующие продукты. Это опять-таки базовые классические трансферфактор. И в силу того, что уже формируется менструальный цикл, обязательно нужно подключать, появляются акне, появляется болевой синдром, начинаются месячные, и мы подключаем биогенистейшн продукт и болевин. И обязательно витаминный комплекс, который называется KIDS для детей. Но я хочу вам сказать, что в силу того, что, к большому сожалению, наши девочки начинают очень раннюю половую жизнь, порядка, к сожалению, 13-14, иногда 12 лет, и в силу того, что эти воспалительные заболевания, которыми они начинают страдать, в основном это вирусные этиологии, то приходится подключать не только трайфактор, но и трансферфактор плюс. В период планирования семьи, понятное дело, что на сегодняшний день очень актуально, и я этим очень довольна, уже процентов, наверное, 70 семей, которые планируют беременность, приходят на прием, и мама, и папа будущие. И тогда легче профилактировать и легче подготовить к беременности семью. Естественно, это базовый набор Classic Try и плюс. И если есть какие-то отклонения от нормы в физическом здоровье, тогда идет подбор в зависимости от того, какая это патология. И обязательно
Галина Александровна сказала о очистке, то, в общем-то, в этих семьях тоже начинают для очистки, то есть применение препаратов Fiber System Plus. И так как печень участвует еще в трансформации гормонов половых, то обязательно супердетокс. Ну и вы видите на экране, какие продукты мы используем. И я хочу вам сказать, что так как причиной может быть лишний вес, то опять-таки в гормональном дисбалансе, то это обязательно ProTF и Bio. В период беременности обязательно классический. Мои беременные всю беременность пьют классический, потому что, как показывала Розалия Николаевна, что в продуктах на сегодняшний день содержится и меньше количество витаминов, а фолиевая кислота, она обязательна, потому что формирует нервную дробь, и для профилактики врожденных пороков развития она просто обязательна. То пьют трансферфактор классический обязательно всю беременность. В силу этого и как бы идет профилактика анемии у беременных. Кардио очень помогает. Если уже диагностирована анемия у беременных, то обязательно назначаю кардио. Ну и если в период беременности возникает вирусное заболевание, трансферфактор назначаю тоже. Дальше у нас идет, женщины у нас активны, работают и днем, и ночью. Поэтому в период максимальной активности, в молодом возрасте, вы видите, какие наборы обязательны. То есть, опять-таки, это не значит, что вот все 10 продуктов используются одновременно. Нет, расписываю. И где-то в течение 3-4 месяцев и обязательно с пробиотиками, а особенно те, которые страдают дисбактериозом, и чтобы профилактировать, вот, обязательно назначаются пробиотики. И все эти продукты, и Ренуво, и для того, чтобы профилактировать фиброзно-кистозную мастопатию, обязательно Вэйлерин, очень хорошие результаты, потому что у каждой женщины, как говорится, есть свои скелеты в шкафу, поэтому мастопатия прогрессирует, фиброзно-кистозная, и Вэйлерин, кстати, с биогенистейшеном очень хорошо с ней справляется. Ну и дальше бриллиантовый возраст женщин, как я говорю, особенно есть 45 баба ягодка опять, но, к сожалению, этот период начинается не 45, а уже с 38 лет. Это пременопауза. Очень такой нестойкий, нестабильный период, и уж как-то без продуктов for life очень сложно с ним справиться. Сложно справиться, потому что еще все зависит от культуры. Соседка сказала, что у нее все это было и все прошло. Очень часто приходится слышать. И когда приходят женщины на прием и рассказывают о том, что и не спят, и приливы, и раздражительность, и уже приходят в той фазе, когда, знаете как, нужно идти, уже нужно принимать эти препараты, было где-то за год, за два до этих всех симптомов. Но хочу сказать, что продукты компании Fulife с этим тоже очень здорово справляются, и вы видите, какие это и кардио, это и Вэйлерин, и биогенистейшн. Очень хорошо уходят вегетативные симптомы в плане приливов и в плане плохого сна. Ну, уже не говоря о том, что Restart Woman, то же самое, в течение года нужно, в общем-то, я назначаю 3 курса. И, в общем-то, очень довольна для профилактики. Ну, и вы знаете, что у женщин есть 3 возраста. Это молодость, вторая молодость и вечная молодость.